Хирургу из Нижнего Новгорода ассистируют самарские врачи. Они пока только перенимают опыт. Так и пойдет. Какая вы молодец, а что тут мешать? Операция сложная и суперстерильная, поэтому посторонним здесь не рады. Журналистам на съемки дают несколько минут и просят выйти, чтобы не отвлекать врачей и не тревожить пациентку. До того, как оказаться на операционном столе, женщина 2,5 года мучилась от боли в тазобедренном суставе, появилась хромота. Изношенный сустав уже через час заменят на металлический протез. Его размер выбирали до операции по рентгеновским снимкам. Пациентка в сознании, но нижних конечностей не чувствует. Операция проводится не под общим наркозом, а по спинальной анестезии. Плюсов у современной инвазивной техники много. Разрез на 5 сантиметров меньше традиционного. Для пациентов, особенно пожилых, это означает быстрое восстановление. После таких малоинвазивных операций пациенты буквально на следующий день начинают подниматься с кровати, начинают ходить, себя обслуживать, купируется болевой синдром, наступает более ранняя реабилитация, пациенты очень короткое время находятся в стационаре. Традиционная операция длится обычно 2 часа, современная – всего 1. Сделать процедуру более быстрой и менее травматичной позволяют новые инструменты. Разработаны они специально для операций на тазобедренном суставе, действуют точнее и при этом меньше травмируют мягкие ткани. Данная операция выполнена с использованием именно этого протеза, выполнена впервые в Самарской области, и она выполнена абсолютно бесплатно. Следующим нашим шагом будет выполнение эндопротезирования коленного сустава аналогичным протезом. Всего до конца года мы планируем выполнить около 30 подобных вмешательств. В Самарской области 1000 людей нуждаются в подобной операции. И если сегодня всеми действиями руководил врач из Нижнего Новгорода, то в ближайшее время делать ее будут врачи больницы имени Пирогова. Валерия Макарова, Станислав Левин, «События».